Теперь внимание. 3 умножаю на 8. 3, и да еще 2 будет 5. 254 делю на 318. Оцени. В этой жизни очень много разных дорог. И хотелось бы, чтобы вы в своей жизни выбрали верную дорогу. А эта вот верная дорога – это дорога добра. Если вы пойдете по этой дороге, вы справитесь со всеми трудностями, со всеми сложностями, если выберете этот путь. Поэтому я бы очень хотела, чтобы вы выбрали только эту дорогу. И я сейчас другое скажу, еще большее. Я сейчас говорю, а у меня вот здесь комок в горле, и в душе бабочки летают. Сейчас скажу почему. Люблю я вас. Будет очень сложно мне без вас в первом классе. Я буду вас помнить не только, когда наберу первый класс, второй, третий, четвертый. Я вам вчера говорила, у Лены не поплачет уже. Я вам сейчас скажу больше. Пройдет много лет, и я уже буду старенькая бабушка, и Бачок будет работать доктором, а я буду в больнице сидеть в очереди, и он меня всегда приведет без очереди. А это значит, правильно воспитали вас ваши родители, и какое-то все равно зернышко теплоты в вашу душу я все равно вложила. Я прошу вас не забывать приходить, даже когда я уже не стану работать в школе, я вас всех люблю. Спасибо. Я вчера плакала. Я вас